Инна Белоусова пришла на спектакль с дочерью Ксенией. Но этот выход в театр необычный. Обязательный аксессуар должен украшать голову. Ко всероссийскому флешмобу от петербургского кутюрье Анны Михайловой присоединились уссурийские мастера. Делала сама. Ну, как всегда, из подручных материалов. Ободок, папье-маше, ну и там бантики, заколочки. Просто хотелось выглядеть красиво, как в старину выглядели женщины. И поэтому вот я так увидела эту шляпку. Синие, красные, зеленые, из шерсти, велюра, обрамленные вуалью самых причудливых и незамысловатых форм. Все изделия только своими руками. Идеи как собственные, так и по эскизам из различных источников. Я в интернете посмотрела, что есть маленькие шляпки, потому что маленькую удобнее, как говорится, на голову надеть. Посмотрите, что делает зима. Она взяла и пришла опять. А мы нет, а мы ей говорим, нет, зима. Настало время весны, и весне дорогу. Мы красивые, красиво пойдем в театр и вернем весну, пускай она вступает в полноправные права. Шляпная провокация в уссурийске была впервые и, возможно, задала новые тренды на выход в театр. Дамы по всей стране встретили вместе весну красивыми и женственными. Вот так головной убор меняет не только облик, но и внутреннее состояние души. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс.